перестроились. Ну, я являюсь автором музыкального альбома с песнями для детей. И долго мучить вас не буду, но покажу такую симпатичную песенку, на мой взгляд, на стихи Бориса Заходера. Называется «Считалочка». Вот. Я к этой считалочке придумал американскую народную музыку. И такой трогательный эпиграф к этой песенке. Виталий Калашников написал это четверостишье. «Кровожадные бизоны, застегнув комбинезоны, на заправках Аризоны затоптали все газоны». Отчаянных пиратов не дошли до Душанбе. Видят надпись на столбе, а там шведь из Африки в Саратов. Всем отчаянных пиратов не дошли до Душанбе. Видят надпись на столбе, а там шведь из Африки в Саратов. Всем отчаянных пиратов не дошли до Душанбе. Видят надпись на столбе, а там... Переходим к новой части нашего общения, которая касается пения. К гитаре мы еще вернемся сегодня, поскольку поговорим... Да. К гитаре мы вернемся, потому что есть очень интересный момент, который касается гармонизации. Как можно на ровном месте сделать украшение гитарное. На самом деле это не так сложно, как кажется. Все-таки музыка – это такое облако, которая всегда требует совершенства, всегда требует какой-то красоты и внесения чего-то. Я подскажу вам ключ, благодаря которому аккомпанемент можно сделать очень оригинальным, очень весомым, благодаря методике. Но к методике мы подойдем чуть позже. Сейчас поговорим, наверное, о самом важном в деятельности любого поющего актера – о пении. Пение – сложнейшая часть, и могу сказать, мы возвращаемся к постулату, что профессия актера такова, что нужно всю жизнь учиться. Я повторюсь, что я тоже до сих пор учусь. Предела совершенству нет. И пение – очень сложный процесс, особенно тогда, когда есть неправильные навыки. Эти навыки были и у меня, теперь мы переходим к очень важной составляющей в области пения. Пока инструмент я отставлю.